Привет, и мы продолжаем Шэдоумена. Так. Давайте слетаем в самую первую локацию. Посмотрим. Сейчас же я могу открывать двери этим факелом. Там есть одна дверька, я помню. What can I do for you, Michael? I have entered the asylum. A truly terrible place. Far more dreadful than even the most twisted mind could have imagined. I suspected as much. Nelly has informed me that I must find a way. Читал уже это. Как всегда, очень громко. Ладно. Так. Так, можно яркость, кстати, уже убрать. У меня солнце не светит. До единички. Приятнее было играть. Так. Помню, тут эти бомжихи одни были, а теперь тут чувачки уже появлялись. Так, побегай пока. Я тут попроверяю все. Это мы куда идем? Еще и попало, гадость такая. И я прям прыгнул туда, куда он плюнул. Got it. Вот. Ёб твою медь. Прикиньте. Пустился к бомжам. Так понял, чем больше у тебя душ, тем ты круче, и мобы становятся. Ну теперь вместо обычных тех девок, теперь такие мобы здесь. Great. Great. Конечно, great. Лезли. Great. Their souls are mine. Это... А, как понять конкретно, что я сейчас в уровне в этом? У меня тут не отображается, сколько и скольки. 4 из 4. О, ты жив. Убей его. Отлично. Друзья, сколько у вас здесь? О боже мой. Отстань от меня. Оп. Так, факелочек. Ради чего? Ради ничего. Крендель, да, прыгни сейчас. Отсюда. Я уже знал это. Got it. Got it. Можно не говорить Гаррет, 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 Гаррет. Блин, и на каждом шагу эти бомжи. Играть стало тяжелее. Окей, давайте просто побегаем, хотя бы посмотрим, что мы можем, что не можем. Теории найти. Тут их 3 уже. Вроде я этот уровень весь залутал. А как вы там заспаунились? Я там только что прошел. Это ж получается
самый первый уровень, правильно? 4 из 4 темные души есть. Тут 13, 10 из 13. Но я по лаве не могу ходить. Прям жизни. Убежище, врата. 3 из 5, пипец. 3 из 5 тоже. 1 из 1. Окей. 0 из 15. 5 из 11. Ну, тут все на удивление. Тут не все. Конечно, могу. Куда? Я тут все их всех залутал. Хотя подождите. Если бы я мог посмотреть вот конкретно в этом, в этой локации 4 из 4 я залутал. Все правильно. Окей. Все, 4 из 4 есть. Шлите теперь. Попасть вот в эту локацию в начало. Блять. Надо сюда опять идти. Потом бежать такой кружок вокруг. Okay. Так, куда ты поехал? Так, секундочку. Значит, мы сейчас идем по стандартному. Стандартному пути идем, двигаемся. А мне все равно, дядь. Уж кричать, не кричать, мне уже все равно. Так. Вот тут вниз. Тут вниз. Так. Что там, мои силы еще мало? Да, пока 6 только. Вот бы вспомнить, куда что ведет. Вот это вот куда ведет. Давайте скипнем сразу, посмотрим, куда это ведет. Из 11, серьезно? Ну там хождение по лаве. Подождите, мне не сюда, значит, еще. Опять скипаем быстренько. Идем дальше. Это токсичный уровень, где я теперь могу факелами залутать, мне интересно. Пользуйте молоток, чтобы колотить там что-то. Не могу, загрузка такая быстрая. Так, это я пока еще... Ой, так надо выключить. Это я пока еще не могу. Тут надо будет по барабанам бить. Да, вот первый. Просто проходит такой один. Так, по-моему, я правильно иду. Где-то тут еще пещерка должна быть такая.
вроде как правильно, на самом деле. Надо смотреть. Тут мне не сильно рады. Присоски эти. Дюмари, так. Лутаем все, что могли пропустить. Вон там, сзади. Зачекаем. В этой локации 11 из 11. Да тут все бессмысленно. Так что там факел нам говорит? Ничего толкового он нам не говорит пока. Просто бочки. Окей, набираем только красные эти штукенцы. А, ну, в принципе, вот так я и хотел. Не знаю, вроде как залутал все, что я хотел. Ой, зря я это сделал. Еще многого не могу. Так, вот сюда я ходил как раз таки, вот этот тот уровень, где я в тупик зашел. Возможно, стоит пойти в следующий. А можно ли так делать? Если я в одном там запутался, во втором запутался, я пошел в третий взял. Это вообще я мозги себе сломаю. Так, у меня сколько? У меня до сих пор ничего не двигается, да? У меня 6. На 7 я не могу. Давай попробуем, что это за уровень. In praise of the Gad, tattooed Trinity. Drumming ineffable power burning through the flesh. My ebon body wrought with arcane designs. Wow. Drawn by the Deadside's dragon breath and entreated by the talons of the terrible mother. Dread beauty brings them unto me. Palms to flame, souls to fire. Black blood song coursing through the dragon's searing veins. Кто сказал, что будет легко, правда? Ой, я не хотел плевать. Я не хотел. Ой, да что я делаю? Так. Это в левую. Это в левую, это в правую. Все. Смотри ты, чудик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 надо. Надо 7. Так сразу вижу. Кое я не могу пропустить. Зря, наверное, открыл. А ну подождите, а чё так быстро прибежал? А что там сзади может быть? То есть тут только так, и наверх я никак. Угу. Семерочка, понял. Окей. Там меня брат зовет, получается. Ну, сейванемся.
Никаких таких мест нету скрытых. Блин, хочу душу, что делать? Так. Got it. На каратах. Got it. Систер из... Вот и систер проснулась. Время засыпать дальше. Так, я не помню, я сохранился. Как вспомнить? Уже? Систер, ты можешь спать дальше лечь? Зачем ты вейкаешься? Получи за то, что тут... А, там сверху еще вейкнули. Систер, ты вейкнулась? Доброе утречко. Давай, раз, два, три, три. Ого, нормально, порядок систер завейк. Got it. Так. Наверх я пока никак не попаду. Но сундучки проверить нужно. Я видел за спиной скрытые сундуки. Меня не проведешь. Знаете, что больше... Полутал одну локацию, бросил, полутал, бросил. Как у меня мозги вскипят, и попробую вспомнить, что где. Ну давай. Оп. Ну что, давайте, систер из... О, это я хочу. Можно, чтобы сестры встали прям сразу? Систер из... Ну... Это что? Поешь? Да, я вижу, вижу водопады. А чё ты стала? Спи. Да за что? У меня самонаводящие. Так эти, наверное, только барабанами можно открывать. Вот ты, Sister is awake. Барабанами, которых... Я не могу, у меня нету чем. Я ещё не дорос до барабанов. Либо я реально могу, но не могу. Ну, то есть какой-то из локаций барабаны открываются. Я уже их скипнул. Умница. Не убрать оружие, прыгнуть. Умничка. Где лучшие тусовки у меня? Ты чё, дурак? Он его достает почему-то. Он вылез и достал оружие. Совсем дурак? Смотрите. Зачем? Я просил? Давай. Dark Souls are mine. А, могу. Могу, значит, там секрет какой-то. Может, игру опять сломаю. А, да, дурак достал оружие, задолбал меня. Блин, мне кажется, все-таки там секрет какой-то есть. Давайте я потрачу время на это. Походу там что-то интересное. Так. Так. Что думаю, она, ну, постарайся. Ничего такого я не вижу. Окей. Барабаны я еще юзать не могу. Как бы мне не хотелось. А-а-а. Ого. Как всегда, обузим.
самом деле тут нечего ходить. Ну правда. Просто можно пробежать все так спокойно, не парясь. В скобочках фразу наказан. Нельзя такие слова говорить. А? Не издевайтесь с меня. Это тоже что-то жесткое. Да. Окей. Блин, лава. Куда этот путь лежит? Блин, столько барабанов, а не знаешь, что я вообще не могу еще играть на барабанах. Сейчас Sister is awake. Вот сейчас, сейчас, да? Окей. Пробуждением. Легко, 3 патрона. Сестер. Наверное, следующие сестры проснутся, когда я душу возьму свою. Свою темненькую. Ну как мне играть на барабанах? Никак. Вообще, что надо, чтобы играть на барабанах? Понятно. Гаситель. Гаситель луна, гаситель солнца. Ведь потом объединить можно, да? А, понял. Точнее, ничего не понял. А, у меня такой нету, молоток. Нету такого еще. Я все залутаю. Сестры, не хотите проснуться сразу? Ты чё, шедоумен? Прикалывайся. Схватиться не можешь за канат. Маленький. Оп. Что-то мне надо. Dark souls are mine. Я так и знал, что Sister is awake. 2, 3, 4, 5. 5 потребовалось. Сестра, с добрым утром. 1, 2, 3, 4. Пул зарядных 4. Вот на все, если зарядить и стрелять, то 4 надо будет. Барабаны мне еще не под силам. Что у нас тут? Сохраняем, обузим, а что делать? Играем как читеры. Оп. Подождите, это уже проход или это скрынка? Сестры уже меня ждут, да? Сестры уже меня ждут. The sister's awake.
Какая? Кто? Одна? Это такое себе на самом деле. Ага, одна. Ух ты ж, ё-моё, сколько их. Вас сразу так много выползло. Сестры, чё вы проснулись? Пали бы себе. Так, это у нас чё? Так, подождите. Пробуй разберись тут сразу, куда тебе надо. Sister is awake. Да? О, вон, вижу, сестра проснулась. Доброе утро. Так, та еще спит. Got it. Надо их по одной будить, потому что они не вменяемые. Просыпаемся. Будет стреляться в куколки. Так, и последняя сестра. Is awake. Самые наводящие штуки. Все, awake. Давай, опускаемся к нему. Отлично. Так, ну мне рано еще туда идти, я не хочу. Подожди. Подожди. Там ли я просто перепрыгну? Наверное, да. Так, дабл и пробел. Сразу сохраню, чтобы два раза не пытаться. Dark souls are mine. Подождите, куда это я выхожу? О, тихо. Извините. Мои действия. Я знаю мои действия. А не, я так не пролезу. Моих действий таких нету. Или есть? Подождите, тут надо подумать. На лаву я не ступлю, это точно. Можно тут где-то... Что это такое? У нас тут не зря. Ёлка. Это издевательство, это куча душ лутать. Так я там еще тот фонтан не прошел. Изначальный фонтан, вот этот вот. Лабиринт, точнее. Вот, ай. Ой, я не совсем понимаю. Got it. Это то, что я думаю, или нет? Got it.
Очень интересно, а как я туда должен попасть? Можете мне подсказать? Жесть. Не-н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 е. Нет, думаю. Еще рановато прыгать, я что-то упукс. Тут можно. Ну, такое бесполезно. А я сохранился где? Задница мира. Ой, капец. Это жесть какая-то, сколько тут проходов. Это вообще куда? Я тут не видел разве еще? А, ну вот, Sister is awake. Вставайте же. У вас огонь не дамажит, систер? Так понял, задние тоже встали, да? Думаю, что тут так слишком много. Сестры не щадят. Какие ребусы? И все? Издевайся. Вау. Ха. Там тоже огонь есть, да. Куда ты? Кстати, не знаю, что это за кнопка. А. Класс! Не, ну, хорошая кнопка на самом деле. Мне туда надо. Сколько тут? Один? Быстренько, 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 что думаем? Dark Souls are mine. 4 из 13 здесь, ого. Я как раз с той стороны пришел.
Но сейчас она развернута на проход, на который мне нужно, а там не было еще. Тихо. Тихо. О, хорошо. Отлично. Sister is awake. Блин, у меня там столько не залутано еще, на самом деле. Тут даже сестер нету. Интересно. Да, нету. Это лава. Стоп. Его? А как это возможно? Тихо, а как это возможно? А как так? А реально? Фью, стоп. Тихо. Да, я тут был. Тут я был. Давайте сохранимся. Я тут не все залутал. Тихо. Сейчас все будет переиграно за секундочку. Оп. Просто пробежали на ножку на опыте. Так. Отлично. Ух, тихо. Так, это душа, что мы с ней делаем? Как? Пока не знаю. Наверное, пока невозможно. Хождение по лаве и барабаны многое решают. Какие-то храмы с ловушками, такое все. Так. Sister is awake, тут я тоже был уже. Там у нас что? Там у нас это. Вот. Я тут пошел по низу все-таки, правильно? Если мы сейчас... Так, вверх я залутал. Я полез наверх. Справа там Sister is awake. Наверху я был. Вниз идем. Тихо. Тихо. Так. Вот с этим пока не понимаю, правда. Хоть убейте, что тут надо сделать. Так. Наверх нельзя, правильно? Вниз сюда тоже я пока не могу. Сейчас куда я выйду? Так, тут сестры еще спят. Досыпаемся. Sister is awake. Сейчас их много проснется сразу. The sister is awake. Ненавижу этих Sister is awake. На самом деле. И она напряговая. Душная именно. Sister is awake. За каждой будет Sister стоять, да, is awake. Ну, я все сразу. Я жесткий. Я все сразу сейчас открою. Ну, она так и рассчитана, чтобы 4 открыть и 4 сестры вейкнуться. Или они после того, как я возьму...
темную душу вовыкнуться. И все. Dark souls are mine. Да надо использовать что-то уже. Факела вам дала. Блин. Dark souls are mine. Не, впростую даже не хочется тратить. Это ни о чем, это ни о чем. А, так тут тоже простая, правильно? Систер. Ой. Got it. Не все простые, я думаю, это фиолетовые какие-то. Все, Sister is not awake. Так, отсюда я пришел. Ладно, возьму. Упало так уж и быть. Так. А что смысл какой? Без хождения по лаве я тут... По лаве я пока тут вообще бесполезен. Вот это... О, Sister is awake. Зачем? Кадуции. Проверяем все, что я прошел. Тут выбил. Тут Систер еще спит. Awake'ом и не пахнет. Тут выбил. Выжих. Вот тут что. Oh, yeah. Секрет. Это по-вашему секрет? Да, подождите. Окей. Систер выкапнулась. Ну получи сейчас, значит, в космосе своем получишь. Взлетела, значит, там по лицу будешь получать. На самом деле пофиг, где тебя лупить. Ой, господи, я не ожидал. В самом деле я уже подустал в этом храме бегать, но ради души. Это да, это просто, это пахнет, я не хочу туда пока идти. Sister, wake up. А это куда? The sister's awake. О-о-о. Короче, давайте так, ребят, беру эту душу, а дальше потом уже доиграем когда-нибудь. То есть, сестра, ты что, не вейкапнулась? А ну отдыхать. Ну, там душа вкусная наверху. А это что за проход? О, не, короче. Лезем за душой. И там проход, это издевательство. Dark souls are mine. Все, давайте, guys,
Раз, два, три, четыре. Четыре прохода еще надо будет в следующий раз испытать. Вот тут прям сейвлюсь. И продолжим в следующей части. Все, подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк, подписывайтесь на соцсети. До следующей части. Всем пока. Давай поиграем мы с тобой в эти игры, братья.